Good morning. Поедем в барбершоп съездим. Сегодня концерт Би-2 в Авентуре, Флорида. Надо себя привести в порядок. 4 недели в траке, или сколько я там был в траке. В четверг летим в Денвер с Глебом. Сейчас пойдем что-нибудь сделаем на голове. Окей. Лифт приехал. Так, погнали. Нам надо на второй этаж спуститься в гараж. Там стоит мой байк. И тут камера, и в лифте камера. Мы сейчас друг друга снимаем с security. Здорово, пацаны. Все нормально у нас, без происшествий. Прибыли. Так, вот коридор. Длинный коридор. Выход на лестницу. Если надо по лестнице подняться. Сколько? 24 этажа. Дверь сама открывается. Ребята пылесосят что-то. Пылесосят улицу. Ну, погода нормальная. О, гаражик. Какой маленький колосайка стоит. Крохотуля. Тоже побольше. Харли под этим. И моя Хонда. Так, что у нас с погодой? Ага, чуть-чуть может капать сверху. Правильно. Погнали все складывать. Кошка сказала взять ей шлем с собой. Возможно, где-то я ее заберу сегодня где-нибудь, может быть, после работы поеду. Да, на голове, конечно, пипец, блин. До хера волос. Так, все, поехали. Best Barber Shop. Так, 14 минут. Нали. Ну, не так. Вот так. Можно так. Погнали.
шарши не в тему.
Так, ну, чуть-чуть подстриглись. Подровнял. The best barbershop. На Халандейл. Супер хороший салон. С этой улицы вот Best Barbershop. Все, погнали дальше. Будем работать. Сегодня я safety manager. Ну, в принципе, как всегда. Я всегда safety manager и еще и truck driver компании MX Logistics. Дома, а? Надо же было дочь захерачить, да? Так. А это сухо, блин. Сейчас мы хоть просохнем, пока буду ехать.
Проехал по дороге в Starbucks. Рядом с офисом. Publix магазин. Еда, аптека. И в магазине есть Starbucks. Хочу взять кофейку себе на работу. Магазины, цветочки, продукты. Сейчас закажем что-нибудь. На покой я знак подам.